Всем привет! Только что распаковала орские глины, 80 килограмм. И мешочек у меня еще здесь лежит красивенький такой, с Казахстана. Здесь Астана Идеал, 20 килограмм. Вот. А нужно его распаковать, посмотреть, что там, как там, и оценить обстановку. Так, открываем. В мешке мешок. Ой, сломался у меня нож. Нож сломался. Возьмем другой. Побольше, так сказать. Я не вижу, в чем она там. Ага. Ух ты! Вот так запакована блинка. Там видно? Давайте еще посильнее. Раскрочим. Я прям вандал мешок. Да, все, внутри она лежит на картоне. Очень интересно придумано, кстати. Смотрите, видите? По бокам такой каркас из картона. И вот здесь пакетик. Вот. С этой стороны картон целый. Глина здесь немножечко, мне кажется, влажная. Прозрачные пакетики. Сейчас мы их раскроем и посмотрим. Так, у нас лето продолжается, у нас жарище. Хотя за окном 17 сентября. Нет, 16 сентября. Завтра 17. Да что такое? Уже пальцы не могут соединять с покупками. О, да. Так, смотрим. Да какая же красота. Такие красивые кусочки. Ну и Астана. Ой, здесь прям с розовинкой Астана. Это Идеал. Пахнет безумно вкусно. По крошкам смотрим, видим, да? Вообще, можно сказать, нет крошек. Вот. Пахнет очень вкусно. У нас пакетик. Что-то высыпалось. Один пакетик. Не хочу их рвать, потому что мне их еще наверх поднимать. Ай-яй-яй, какой непослушный пакет. На данный момент Астаны фиолетовой и розовой не было. Была еще Астана один, но мне сказали, что она подскрипывает, я ее не стала брать. Поэтому взяла только Идеал. Ну, хоть что-то. Она вкусненькая, жирненькая. Ой, красота, смотрите. Крошек практически нет. Да, их вообще практически нет, да. Чуть-чуть. Все это будем зачищать. Видно, да, тоже поставщик тоже зачищает. Все это будем так красивенько зачищать. Ой, как я люблю Астану чистить. И сделать из них красивые кусочки. Ой, ушла от камеры. Сейчас меня муж видит, что я кухонным ножом. Ой, да что такое, от камеры опять ушла. Все, я уже подустала распаковывать. Ну, такая красота. Так это все зачищается. Ну, она сухая. Чуть-чуть, может, на 1% влажности есть. Но и то, я думаю, это из-за того, что она в пакетах лежит. Ну-ка, не мешать. Есть прям с розовинкой кусочки Астаны. Вот. Ну, еще один пакетик. Той же Астаны.
Ой, здесь прям большая глыба лежит. Красота-то какая. Так. Та-бам. О, ну тут красотка лежит. Тут надо привстать, потому что я ее так не подниму. Ой, какая красивая. Огромная. Глыбушка Астаны. Просто огромная глыба Астаны. Красотка. И тут еще один кусочек. Вау. Тоже, видите, вот розовое вкрапление прям. От розовой Астаны, наверное, досталось. Красивенький. Вкусно пахнет. Буду подсушивать ее немножко, в любом случае проветривать. И готовить ее к продаже. Ну и к себе точно на тарелочку я ей положу. А, мне все понравилось, как пришло. Оставлю ссылку на данного продавца. Я заказывала его не первый раз. В принципе, все всегда на 5 из 5. Если вы будете планировать заказ тебя первый раз у этого человека, обязательно спрашивайте все нюансы. Вот. Как отправляется, что отправляется, через что оплачивается. Вот мне вот так приходит. Как вам приходит, я не ручаюсь, но мне всегда от него хорошо приходит. Все, всем спасибо, всем пока-пока. Увидимся.